Добро пожаловать на канал FISMART. Это рубрика «Авторские рецепты». Сегодня мы приготовим творожную запеканку. Для этого рецепта нам понадобится творог, яйца, масло сливочное, манка, кокосовая стружка, ряженка, сахар и кокосовая мука. Для начала разбиваем 2 яйца и взбиваем с помощью блендера. Далее добавляем сахар. Когда масса станет пышной, добавляем творог. В чашу блендера отправляем размягченное сливочное масло, а также потихоньку вливаем ряженку. Постепенно вводим кокосовую муку и манку. В самом конце добавляем кокосовую стружку. Продолжаем все взбивать до однородной массы. Форму для запекания смазываем небольшим количеством сливочного масла. Творожную массу выкладываем в форму и распределяем равномерно. Отправляем в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов. Подавать запеканку можно со сгущенным молоком, сметаной или со свежими ягодами. Запеканка получается воздушной, с нежным кокосовым вкусом. Этот рецепт понравится и взрослым, и детям. В интернет-магазине FISMART вы найдете самую качественную посуду для осуществления своих кулинарных замыслов. Подписывайтесь на канал FISMART, чтобы не пропустить наши авторские рецепты.